задницы. Давай, Сережа, Сережа, ты ломаешь, ломаешь. Давай, я прикрою вашу задницу. Да, вот, своим мощным телом. Ты подол прикрой. А то твое мощное тело на улицу выходит. Да там нет, так. Квадрокоптер типа летает. Запрещено. И мы счастливы. Да ну. Так, подожди, это. Так, давай, поворачивай. Помнишь, как мы там было, когда этот, в России сталкивал? Немножко футболку убавь. Да, да, она там сидит, а он здесь. Так? Вот это как раз на оттуда. Хочу вина. Вина, говорит, передать. Рома, немножко развернитесь оба, вот так. Нет, нет, Влада, ты, Влада, вот так, да? Еще Ромик. Влада, встань, Ромик. Левое бедро чуть-чуть взад. Вот это? Да. Вообще не строптиво, это вообще шикарно. Всю свою длинную историю сильное человечество, сильная половина человечества пыталась разгадать этот секрет, проникнуть в душу женщин. Вот. И сейчас мы посмотрим, что говорят о себе женщины сами. И что они себе думают. Вот коробочка. Значит, вытягиваете отсюда бумажечку и читаете, что я о себе... Пандора, может, лучше не читать? Только женщины или мужчины? Только женщины. А вы, мужчины, слушайте. На ус. На любые женские выводы, в которых мужчины не хотят разбираться, загружается свой мозг. Они вещают ярлык «женская логика». Вешают ярлык «женская логика». Да, Ваня? Давай. Я сильная женщина, могу мусор вынести, а могу и мозг. Кто бы сомневался? Второй проще. Передавайте. Сейчас. А я возьму тоже? По одной? Да, потом еще. Так Андрей? Давай чаще. Кто читает? Ты читай. Рита, читай. Давай я читаю. Женщина сказала, женщина сделала. Если женщина сказала и сделала, значит, женщина пошутила. Ну да. Женщина, как инспектор ГАИ, фигни наговорит, деньги отберет, настроение испортит, а ты еще и виноват. Вот это точно. Точно. Ушла лечить нервы. О, буду поздно, пьяная, добрая, но счастливая. Выяснить что-нибудь у женщины невозможно в любом возрасте. Девичья память кроме переходит в женские секреты, а они, в свою очередь, в старческий склероз. Какой из нам тогда не понять. Я вся такая легкая, такая воздушная, такая неземная, такая смелая, неотразимая. Короче, пьяная сегодня. Решила по дому мужскую работу сделать сама. Легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, не спорю, но надо. По кругу пошли дальше. А да, еще можно. Да, дальше. Ну, конечно, давай. Ну, надо. Мужскую работу по дому. Что делает женщина дома? Незаметно. Заметно. Заметно становится, когда она это не делает. Это точно. Женская логика. Лучше по-хорошему скажи, иначе я сама додумаю, хуже будет. Сама собой поссорюсь, как обычно. Непредсказуемость. Вот главный козырь женщин, которым они с легкостью бьют любую жалкую карту мужской логики. За рулем чувствую себя богиней. Я еду, а муж молится. Поехала забирать пьяную подругу из гостей. Теперь сидим,
Ждем, пока нас заберут. Счастье – это когда ходишь в его рубашке, без косметики, с нелепым хвостиком на голове, и для него ты самая красивая на земле. Да. Самое счастье. Да, не красится. Главное в диете – это сон. Вовремя не уснула – все, обошла. Такого, говорю, ой, Юр, я придумала Придумала. Пожрали салат с квашеной капустой. Да, я. Не говори, ну, может, такое бывает. Еще, да, мудрая женщина всегда знает, когда включить дуру. Мудрая женщина способна еще и выключить ее в нужный момент. Что, не нравится, что ли? Умная женщина никогда не кричит на мужчину. Приказы даются спокойно, четко и ясно. СМС! Я где-то пропал. Слушай меня. СМС. Дорогой, я в баре с подругами. Допиваю свой последний бокал. Буду дома через 30 минут. Если я не приехала, прочитай это еще раз. Ну что, Лада, читай! Лада, читай! Лада, читай! Кидай! Оля, разобью. Как же сложно! Тихо! Наташа, передай. По новой. Наташа, передай. Рыба это делает антураж. А, это хочется услышать. Как же сложно бывает найти правильный выход, когда и право, а, когда и права, и не права одновременно. Женская логика создана для того, чтобы офигела мужская психика. Посмотри на меня, посмотри на меня. Полный, да? Змей! Алена, повыше головку. Ты меня загибаешь? У змея можешь его самое поднять. Поднять голову. Змею поднять? Лада! Нельзя, он сознание потеряет, нельзя. Туда, Рома, повыше голову. Вот так. Шлапки разгладили, сказали сиськи. Сиськи. А мужской ответ хотите на все вот это? Давай, мужской ответ. Мужское слово твердое, жесткое и обсуждению не подлежит. Если мужчина сказал завтра, значит завтра. И не надо каждый день переспрашивать. Он мне это говорил. Про жесткое слово. Это, не каждый способен понять ее. Вот, девушка, девушка флейта, натура чувствительная, вот, утонченная. Ей важна романтика, а не, не банальные плотские утехи. Вот, ты когда она не влюблена, ей кажется, что жизнь ее пролетает даром. Но она способна притягивать настоящую любовь, проходя через все испытания. Вот ты. Отя! Флейта, ты на! Лев, злая ты! Лев! Нету девочки! Дева. Девочек нету! Дева! Да. Есть! Так, дева, значит, женщина кларнет. У нее великолепные манеры. Но при неумелом обращении становится сварливой и раздражительной. Ей нужен партнер внимательный, что, не умел, и время. Не глупый. А что, должен партнер что, внимательный? Я вам не понял, я что, действительно такой неумелый? Ну, весы есть? Я. А мужчины есть? Да, весы. Нет. Арфа. Про мужчин я потом прочитаю. Я арфа. Вот да, арфа. Символ жертвенности и любовного вдохновения. Ага. Радует не только слух, но и глаз. Настоящее украшение. Арфа, нет, возьмите повезло. Арфа нет, возьмите бубен. Возьмите бубен. Чего возьмите? Бубен всегда под рукой. Так, скорпион. Я. Оля. Так, скрипка. Ей необходим виртуозный любовник, который способен стать с нею одним целым. Ее нужно любить преданно и страстно, иначе она превращается в холодную стерву. На себе и горянты, блин. Попал. Попал в ворон для непонящих. Когда Оля не стерва, то все хорошо, да?
Так, стрелец, это я. Гитара. Ее всегда можно взять с собой. Обожает приключения, интриги, азарт и авантюры. Отлично чувствует себя в мужской компании. Мужчинам с ней легко. Вот, правильно. Однозначно. Козерог. Ты про себя ты не особо написала. Да я что-то там писала. Что не про инструмент. Водолей. Наполовину вычерпывала. Водолей. Не про стройку. И женщина-орган. О, Господи. С ней хорошо как помечтать, так и погрузиться в пучину чувств, познавая настоящее богатство тембров. Ведь это королева среди инструментов. Ого! Вот так! А рыба есть? Рыба! Рыба есть! Влада, Влада! Рыба – это томная свирель. Да. Не устает искать свою половинку. А журавль в небе привлекает ее гораздо больше, чем синица в руках. Уже нет. Так, а теперь заканчиваю. Так, теперь мужчины сравниваются с музыкальными инструментами. Если мужчину сравнить с музыкальным инструментом, то мужчина в возрасте от 16 до 20 лет арфа. Тронешь, сам заиграет. От 20 до 25 лет кларнет. Играет без настройки, но туго. Кто разбирается в музыке... Не устраивает. От 25 до 35 лет скрипка – самый лучший инструмент. Настраивается за минуту, играет по желанию. От 35 до 45 – робокоп. Виолончель – настраивается целый час, играет 3 минуты. От 45 до 55 – барабан, много шуму. Мало толку. Вот оно, бля. От 55 до 65 тромбон не играет, а пугает. Брехня. После 65 футляр, хранящий испорченный инструмент. Все, пока. А кто это говорит? Все, пока. Все, пока. Давай. Ну что, я? Доктор, ну и что? Ну что я вам скажу? Донашивайте. Не факт, что то попадется. Глаза, именно прикольно, что с глазами. Не факт, что то попадется, что вы выберете. Мы будем двигать. Да, они будут двигаться. И что это, как будто... Мы будем двигать. А если я уйду и веревку перережу? Нет, надо горизонтально ножницы. Только вертикально. Горизонтально. Я тебе скажу, что холодно. Повтори еще условия. Вот, давай. Сейчас увидишь. Срезают? Пальцы. Так, все, теперь... Читай. А повязки снимать свободно? Ну я же не читать. Могу повязки прочитать. А без повязки? У меня есть это... Здесь музыка. Да, я уникальна и неповторима. Я это чувствую. Это незримо. Я это знаю, не забываю. И про себя без конца повторяю. Любовь – это я. Свет – это я. Жизнь – это я. Я – свобода своя. Браво. Следующий. Ну, дайте мне повязку, чего ли? Так, сейчас включу будочку. Обязательно всем или кто хочет? Всем есть. Ну, ты хочешь, не это. Можешь... Василина, танцуй, у вас перевязались. Можешь переходить последний цвет. Мы тебе принесем. Не наш сумма. Ладно, надо. Сам большой какой-нибудь. Отправляйте. На камин. Но все равно приятно. Собираю свое спасибо. Да? Спасибо за спасибо. Я бываю такая разная. То капризная, то прекрасная. То страшилище опупенное. То красавица мисс вселенная. То покладисто, то с характером. То молчу, то ругаюсь матерно. То горящие избы на лошади. То отчаянно требую помощи. То смеюсь, то рыдаю. Белугаю, то мирюсь, то ругаюсь с подругою. Ну, больная. Не больная. А, не больная. Но в психике трещина. Просто я. Стопроцентная женщина. Не больная.
Больная. Не больная. Почему попадать-то не интересно? Ну, так, сначала надо нащупать, да? Потом резать. Просто режь ножницами. Пальцем головой не обрежь. Токсикатором. Ой, блин, доллары какие-то. Надевать не стану юбку узкую, чтобы казаться чуточкой стройней. Я люблю свою фигуру русскую. Как говорится, как там говорится, все при ней. Все при мне, причем всего в достатке. Что лукавить, где-то в избытке. Я богиня сливочной помадки. Или жрица шоколадной плитки. Что-то не то отрезало. Простите. Голубые шорты. Какая я? Я женщина, с которой тяжело, но без которой во сто крат сложнее. Таящая в себе добро и зло, в роду, в которой кошки, львы и змеи. Я женщина, похожих в мире нет. Я женщина, с которой лестно рядом. Я женщина, хранящая секрет. Как покорять мужчину с полувзгляда. Дай-ка мне это письмо, я сохраню его. Хранитель ты наш. Один в один. Конечно. В роду, в которой кошки... Повязку кто даст? Да у кого-нибудь отбери. На! Все равно, Лада, будешь подглядывать. Лови, рукой лови, левой. Левой лови. Выше. Есть? Ой, подарки что ли? Все бабы как бабы, а я королева. Ой, боже ж ты мой, но я просто кайф. На улицу лебедем выплыв белым. Лебедев. Улыбка направо, взгляд томный налево. Все бабы как бабы, а я королева. И пусть я совсем не модельного роста, характер порой не... для слабонервных, но все же во мне столько шика и лоска. Все бабы как бабы, а я королева. И пусть все проблемы к чертям всяким скинут, а бывшие делают пусть харакири. А я так решила, сейчас и отныне все бабы как бабы, а я богиня. Так, я представляю, что будет мне. Все забрали мое. Все мое забрали. Это кажется. Я люблю себя милую, нежную, озорную, немного небрежную. Я люблю себя разную, даже утром с просонью. Прекрасную. Я люблю себя стильную, сильную, потрясающую и сексуальную. А порою серьезную, смелую, в этой жизни такую умелую. Я люблю себя всю, без остатка. Заношу все слова я в тетрадку, чтобы напомнить любимой себе. Я – это чудо на нашей земле. Ты еще, Рита.
Тихо! Что ты испортите? Давай, закрывай нормально. Увидела движение. Пустите собаку. Боковые? Ну, я знаю, что вы шалите. О, да. Да ладно, идиот. Тебя поймали. Вешь его, Коля, вешь его! Вешь! Вешь! Подпали! Он еще пригодится кому-нибудь. Оставь только ля! А с Севастополя куда денем? А защитников куда? Поделим. Ой, я что так много? Пальцы, может, там... Нет, нет. Мне нравится быть женщиной за 30. Все. Хорошо сказано. Точно главное. Сиять огранкой, собой гордиться, любить со страстью и душой, и телом. Желанное быть, раскованной, умелой, семью хранить, как свечечку в ладошках. Слыть умницей, ну, сбалмошно немножко. И чувствовать я светоч во вселенной. Мир замирает предо мной смиренно. Почему это просто? А Ольги нету моей. За нее. Никакой интриги. А может, вот этот тебе достал? Да, так и есть. Я такая, как есть, и совсем не желаю меняться. А еще не люблю я диктаторских слов. Ты должна. Я должна только Богу. И в этом мне стыдно признаться. Да и детям. Остальным же я просто нужна. Я умею понять, никого не виню, не ругаю. Я умею прощать, в моем сердце ни зла, ни обид. Я такая, как есть, и меняться совсем не желаю. И надеюсь, меня есть за что и такую любить. Мы так по всем попали. Скажу, дамы, что все вырезали свое.